Итак, здорово, скотоводы. Сегодня у нас будет ролик про то, как получить скидку на автомобиль. Но это относится к другим машинам, не к Шкоде. Потому что Шкода практически не делает скидок. Но по Шкоде тоже есть скидка, но это в конце ролика. Короче, вся история живая. Известно мне стало от знакомых мне людей. Короче, человек позвонил мне и говорит: «Стасян, ты у нас специалист по Шкодам, есть вопрос по Шкоде А7». Я ему рассказал про цены и отправил к моему знакомому человеку в Уфе в Шкоде. Там они прокатились, их интересовал только 1.8. Машина им понравилась. Но также они выбирали между другими машинами. Они рассмотрели Optima GT, не понравилось. Посмотрели Passat, тоже им не нравится. Короче, за те, грубо говоря, у них был где-то 1 500 000 1 600 000 деньгами. Шкода отказалась делать скидки, поэтому Шкода ушла, и также они испугались турбины с DSG, ну, начитались форумов. В итоге они решили смотреть Мазду, шестую, 2,5 литра именно, потому что только она может сравниться по динамике с 1.8 TSI. Как выбили скидку? Просто садитесь за компьютер и обзванивайте все ближайшие автосалоны вашего города, региона. В каждом автосалоне вас соединяют с менеджером по продажам, вы озвучиваете ему, вы должны заранее выбрать автомобиль, который вам нужен. Например, они выбрали Mazda 6, там средней комплектации они решили брать. Она там по деньгам стоила там, ну, под 1 500 000 с копейками. И у менеджера пытаетесь по телефону выбить все возможные скидки, и с этими скидками просите выслать его вам коммерческое предложение на ваш электронный адрес. Они высылают вам, вы его изучаете, потом отзваниваетесь в другой автосалон. Можно того же бренда или другого бренда, если вы выбираете между несколькими машинами. Они выбирали между Mazda, и поэтому они обзвонили все ближайшие автосалоны Mazda и узнавали там, сколько им дают скидку. Например, если там получалась сумма больше, говорите так, что вот в таком-то автосалоне мне предложили цену меньше. И в доказательство можете им отправить коммерческое предложение. Тогда тот салон вам высылает уже свое коммерческое предложение с более меньшей ценой. И так, короче, можете торговаться, пока вас не устроит цена. По завершению вы выбираете автосалон. Например, была такая тема за Мазды, они ездили в Нижний Новгород. Звонишь менеджер, говоришь: я выбираю как бы твой автосалон, но понимаешь, я не местный, мне нужно проехать, ну, дорога, расходы на транспорт, на проживание, и вам еще делают скидку на все это. Ну, можете просто обмануть, просто съездить, забрать машину. Короче, любимыми путями пытайтесь выбить себе скидку. По приезду, уже в живом общении с менеджером, предлагайте ему сделать еще скидку. Потому что менеджер в индивидуальном порядке, обращаясь к руководству, может вам выбить еще скидочку так, тысяч, так, 10-15. При желании можете пообещать вознаграждение. И это, как сказать, мотивирует менеджера выбить вам еще скидку, плюс подарочки всякие. В итоге они Мазду купили со скидкой в 150 тысяч рублей. Мы живем в Башкирии, но они съездили в Нижний Новгород. Естественно, им дилер дал скидку на проживание, на проезд, и плюс там поместно еще были скидки. Короче, 150 тысяч рублей – это серьезная скидка, товарищи. Другая ситуация, если вы, например, выбираете между разными брендами, и ваш бюджет, это вторая история, ваш бюджет, например, составляет 2,5 миллиона рублей. Человеку нужен был небольшой динамичный автомобиль с полным приводом. Выбиралось между Audi 4 максималки и Mercedes'ом. Там целая 300 вроде, там очень полноприводные, там сказали. Человек потратил на это, вот на Мазду, на раскрутку дилера потрачено было примерно полмесяца. По более дорогим брендам затрачивается больше времени. Все и будет иметь место ваше желание и умение разговаривать. Короче, человек обзвонил ближайшие мерседесские салоны. Также ему было интересно Audi. У нас дилер Audi в Ашкире один там в Уфе. И, короче, пересылал между ними их коммерческие предложения. В итоге он столкнул лбами двух менеджеров из Audi и Mercedes. Дилер Mercedes предложил более четкое коммерческое предложение.
человек согласился уже на Мерседес, но чтобы получить максимальную скидку, он лучше обратился в соседний салон Мерседеса, который тоже находится в Уфе. Тогда пошел уже бой между двумя салонами. В итоге человек получил скидку в 250 тысяч рублей. Ощутимая скидка. Когда большая сумма покупки, то и большая скидка. Так что, люди, не бойтесь, торгуйтесь. Не надо никуда ездить, не надо слушать там всяких этих белобрысых гуманоидов, мозговодов из там Москвы, которые что-то где-то там они типа узнают. Все делается банально и просто. Есть предложение, есть спрос. Продавец должен бороться за покупателя. Например, у нас в Башкирии с этим еще проблемы. Но вот когда мы ездим в Самару, например, как выбивается скидка? Также, например, вот мы когда ездили с тетей, например, покупать мне мебель, там делать все легко и просто. Сейчас Новый год. Подходите, спрашиваете. Скидочка на Новый год есть? Есть. Потом, например, выставочный образец, скидочка. За оплату наликом, скидочка, там по 5% там. Ну, там много вариантов. Также и с автомобилями. По Шкоде все обстоит гораздо хуже. Когда покупали Мазду, Шкода тогда вообще не скинула ни копейки, потому что Шкоды, как мне сейчас известно, все распродано в нашем регионе. А 7 даже в максималке с Алькантарой на заказ только в конце января. Рапиды вообще очередь. Но вот с Супербами сейчас у нас есть хорошая выгода. Можно купить машину со скидкой вплоть до 250 тысяч рублей. Но тоже у нас два салона Шкоды. В одном вы можете получить с трейд-ином 250 тысяч скидку, в другом 200 тысяч скидку на Суперб. Поэтому иногда, когда, как мне рассказывают менеджеры, когда люди приезжали за А7, они узнали про скидку на Суперб и уезжали на Супербе. Но Суперб нужно брать только с двигателем 1.8, потому что... А почему, вы узнаете в ролике про Суперб. Скоро будет ролик про Суперб. И там более подробно будет про скидку, там менеджер будет рассказывать. По А7. Скидка на данный момент, как мне сегодня сообщили, 20 тысяч рублей. Ну, это небольшая скидка, потому что на небольшой спрос. Когда я покупал машину, мне дали скидку, 90 тысяч рублей была программа. Так что, люди, торгуйтесь, не спешите. Затратьте неделю, поторгуйтесь. И все будет окей. Сидя дома, не поднимая пятой точки, можно выбить себе скидочку. Короче, люди, торгуйтесь, и все будет окей. Кому было интересно, ставьте лайк. До свидания.